чем мечтают в детском доме дети? О маме с папой и о мире на планете. Иметь свой дом, игрушки и кровать, под колыбельные напевы засыпать. Что детям тем в казенном доме снится? Кому-то папа офицер на танке мчится, кому-то снятся вкусные котлеты, клубника и хрустящие конфеты. О чем еще мечтают эти дети? С тоской в груди, проснувшись на рассвете, без материнской ласки и заботы, им трудно обувать и шнурить боты, банты в косички непослушные вплетать, рубашки и штанишки одевать. Судьба как будто повернулась к ним спиной. Нет мамы рядом, близкой и родной. Никто не скажет: «Ты мой крошка, мой сынок». Никто не поцелует ласково в висок. А жизнь пульсирует и бьет вовсю ключом. И платит тот, кто здесь обычно ни при чем. Не будьте, люди, равнодушны к детям этим. Их теплотой любви своей согрейте. О чем мечтают в детском доме дети? О маме с папой и о мире на планете.